Всем здравствуйте. Всем добрый вечер. А почему? А потому что кто-то случайно рукой задел и стал микрофон тише. Я еще и смотрю. Ползуночек-то не такой, как обычно. Сейчас я тут разберусь. Я просто принесла чай, разбавила его водой из бутылки. Еще попить сама хочу, в общем. Сейчас у меня всякие бумажки тут. С больницы со всего. Телефончик надо на зарядочку поставить. Угу. А что такое? Ну, геймпад, что такое? Угу. Так, что-то там буль-буль-буль. Что там происходит? Я уже забыла, что... На чем мы вчера закончили в поселении. А, да, у нас Найт Принц умер, его надо будет воскрешать. Угу. Да мне собрать. Спасибо. Так, что у нас поломалось? Лесопилка одна, да? Куда, куда, куда? Эй! Что происходит? Я ничего не делаю. Ты чего? Все в порядке, нет? Игра, алло. Ну ладно, хорошо, я просто не понимаю, что происходит. С какой стати? Я что-то думала, точно так же входится в эту исповедальню, как и в церковь. Ну, в целом все норм. Но что-то вот с кем-то не поладочки, да? О, бедный Пугра, над которым тут шутки шутили. Так, ну, нормально пойдете. Хочу посмотреть, что мы можем построить. Я видела, можно сделать штуку, где хранится одновременно и трупы, которые можно перерабатывать в удобрение. Но пока я не воскрешу Найт Принца, или туда я отношу трупы, чтобы удобрение сделать. Если они сами, то это не совсем хорошо. А то они могут кого-то случайно не того отнести. А, да. Куча слитков. Угу. А из этого мне ничего не надо. Ну, можно еще одно хранилище для семян. Допустим. А можно? Отпусти меня. Спасибо, менюшка. Ой, как же долго строим всем селом. Господи. Папа.
Так, у нас антисанитария опять. Опять кто-то в туалет засрал. Сейчас пойдем исследовать локации, наготовим перед уходом. Че сможем, то и наготовим. Последователей явно больше, чем 11, ну типа... Надо положить топливо вот сюда и туда тоже. Будут быстрее и охотнее работать. Ну и все, пока. А, это новая локация открылась же у нас, точно. Слева. А кто там, я вообще не помню. А, контрабандист, точно. Да. Ага. Красиво у него тут. Мне нравится. Ага, вот мы и встретились. Это из-за тебя я тут торчу. Кусок баранины. Слышь? Само собой, я не питал большой любви к епископам, но они охраняли морские пути и поддерживали торговлю. А когда кое-кто начал их убивать, сюда полезли всякие твари. Одна такая потопила мой корабль с товарами. Тебе надо было ее видеть. Она скрежетала зубами, оставляла за собой отвратительный смрад и зыркала вокруг так, что молоко скисало. Прямо как моя теща. Ха-ха-ха. Тебе придется все это расхлебывать. Каждый раз, когда умирает епископ, появляется гнусное существо, которое мы зовем свидетелем. На твое счастье, Плимба знает ребят, которые щедро заплатят за каждый глаз свидетеля. Ты принесешь мне глаза, я куплю новый корабль, и мы будем в расчете. Но мы уже одного такого убили. Вернись туда, где вы с епископом сражались, убей злобную тварь и принеси мне ее глаз. Ничего сложного. А что это такое? Кристальная стелла. Светящаяся. Камень с кристаллами. О-о. Я хочу такую штуку. Как я все застрою ей. Она делается из кристалла. А, нет, слишком дорого. Но я поставлю обязательно. Так-так-так, что у нас тут? Вы бросаете взрывчатку при кувырке. О, господи, какая прелесть. Это у нас чего? Вы проливаете черный хор при кувырке. О, я все куплю, я все куплю. Оно все хорошо выглядит. Вы можете восстановить здоровье при убийстве врага с вероятностью 10%. Вы разрушаете хрупкие камни при касании. А, у меня денег не хватает. Ну, как раз вовремя их не хватает, я вам скажу. Смотреться во тьму. Во тьме! Во тьме! Подсказка вторая. Не стой на причале в одиночестве, маленький ягненок. Кто знает, что может увидеть тебя в ночи? Ты не боишься? Это любопытно. А, вот в чем дело, на тебе алая корона. Я помню того, кто носил ее до тебя, он был труслив и слаб. А вот с тобой, думаю, мы поладим. Не желаешь ли ты заключить сделку еще и со мной, маленький ягненок? Не бойся, в моих условиях нет ничего про вечное рабство и трусство. Ага. Видишь ли, я хочу есть сильно. Невыносим. Я не буду приносить последователей в жопу, идешь? Принеси мне рыбу, большую рыбу. Я ее у тебя... На что-нибудь выменяю по рукам? Да. Большая рыба, лосось. Замечательно, возьми эту вещицу и отвернись. Я ем немного неаккуратно. Здесь ты меня больше не увидишь, но наши пути еще пересекутся под сенью лесов, под покровом ночи. О, это все ради пончо бесполезного. Я думала, стоящую награду даст какую-то. Что это? Я разочаровалась, когда увидела все эти пончо. Я их так хотела. А у меня есть глаз свидетеля, я же говорила. Ну-ка, что это тут у нас? Склизкий глаз свидетеля. Говорят, эти твари видели все, что можно увидеть, и молчаливо осуждали нас многие тысячи лет. Прямо как моя теща. Ха-ха-ха. Вот, возьми. Нашел во время странствий. Мне это не нужно, а тому, кто носит корону, может и пригодится. Осталось еще 3 глаза. Ну, блин.
спасибо, конечно. Купить облик. Это, нет, мне не надо. Карты мы уже классные купили. Идем исследовать, ну, мир. Там нам остался один босс, да, по-моему, чтобы... Ну, мини-босс. Чтобы встретиться с большим. Что, тут нормально все? Живы, целы. Я сейчас одну эту штучку построю. Не сюда. Которая вот это я купила с кристаллами. О. Я их в центре бахну где-нибудь. Она очень красивая, наверное. Ого. Вот тут возле церкви. Ну и пока все кучно собрались, грех не сделать клымана-клымана. Я думала, она прям будет светиться-светиться, если честно. Переливаться разными оттенками, кристаллами, с которых она строится. Ну, и так сойдет. Извините, но сегодня никого не выкупаю, потому что денег нет. На ритуал не хватает костей, нужно идти фармить. Сгинь, чудовище, оставь в покое мои земли. Ты не переступишь порог моего храма. Ого, вот это ты спрятался. Максимум, который мы видели, это 4 ступени, да? Ну, я имею в виду 4 вот этих выбора. А это прям что-то жестко. Хочу увидеть новые карты поскорее, интересно. Ну как с ним бороться-то? Был бы меч побыстрее, было бы проще. Пока он прыгнул, я к нему подошла и затыкала. А так он вот это вот... Пока замахнется, тот чел уже отталкивается ножками, чтобы снова прыгнуть. Как у вас дела, чат? У меня вот, например... Ну, так себе. Мне нужно придерживаться специальной диеты, там, все вот это. Перед обследованиями. И, ой, это так все невкусно и не здорово, и вообще. Я не ем почти ничего. Я безумно теперь хочу... Ну, как обычно, знаете, когда начинаешь на какую-то диету садиться, хочется пиццы теперь, сахара тонны, я не знаю, булок килограмм 100, повидло, сгущенки, все, я хочу все. Все, что нельзя. Безумие нашей сестры Хемах был... Да-да-да. Да-да-да. Угу. Маяк были, тень были, потерянная или украденная вещь, правильно? Наверное. Хотя... Туруа, вы призываете щупальце, которое при касании наносит урон врагам при получении удара. Вы бросаете взрывчатку, которая не наносит вам урона при получении удара. Давайте вот это. Эти взрывчатки, они выглядят круто. Мега-бум. Но тот чел, у которого мы только что выменяли на одну деталь для пончо, он сказал, что мы еще увидимся в каких-то лесах. Возможно, это последняя локация. Последние врата. Я не в курсе, я не просматривала летсплей чужие, не спойлерю себе. Как бесполезно получилось. Вот это мы сейчас воспользовались окружением, конечно, в нашу пользу.
Обалдеть, сколько бомб. А что, это не мои, что ли? Было же написано, что на поле боя появились бомбы по воле чата. А. Но они меня вроде не дамажили, да? Каким образом они появились? Подождите, здесь кто-то сидит и молчит в чате. Как чат мог решить, чтобы появились бомбы, если я никого не видела в чате? Сидит и молчит. Я просто думаю, обычно у меня это выскакивает, но я просто играю и через час где-то приходят на трансляцию постоянные зрители. Я думаю, так, в смысле? Здравствуй, здравствуй, Маршал 99. Приветствую. Так, скорость атаки повышается. Угу. Да-да-да, я в курсе. Я ж сюда не сходила, да? А, лул, тут и нет пути. Я почему-то у меня в голове осталось, как будто здесь еще один проход внизу. Ай-яй-яй, назад. Мы же сердечко потратили. Вот. Так, по пути чего пойдем? Сердечко, последователь. Здесь можно у кота что-то купить. Здесь реликвия. Ресурсы. Здесь вместо что? Вместо сердечек. Я не помню, я не могу запомнить. Мы получаем карты или что? И неизвестность. Давайте по пути котика, а потом... Вот сюда мы сможем выкупить заложника и получить еще одного просто так. Последователя ресурсов у меня, в принципе, хватает. Не нуждаюсь. Так, что у нас тут? Ну, конечно же, подарок. Я знаю, что у нее тут еще подарки обычно прячутся. Вот. Буду потом чат задаривать подарками. По-моему, это последний... А, нет, да, точно, это последний бой. Получается, здесь сразу будет босс. Ой, я хочу оружие побыстрее. Как же я не люблю вот это вот медленное все. Так, шамура, вот и она, та самая шаурма. 5 станет 4, станет 3, станет 2, станет 1, станет ничем. Каламар всегда боялся алой короны, страх превратил его в труса. Скоро и в мою дверь постучат. Тук-тук. Открой дверь. То ягненок пришел, разорение принес. Ага. Ждите, ждите. О, павуки. Ля, улетели, вы чё? Десантуру какую-то устроили. Такого еще не было, это новенькое. Так, здесь мы можем оружие купить. Это прекрасно. Есть что-то побыстрее? Это я точно брать не буду, это прям очень медленно. Очень медленно. Вот это побыстрее. Неистовый меч. Давайте его возьмем. Я просто хочу немножечко... Вот это вот. Вот это мой любимый стиль игры. Нажать и спамить кнопку атаки.
Я вот этот костер перепутала с одним из них. Я подумала, это красный капюшон. Интересно, угадаю, нет? Последнее время туго дается с угадыванием. Так-так-так. Харо, семейные узы превратились в оковы. А, это тот, который нам лор, по-моему, рассказывает понемножку. Ненасытный аппетит обуздали и усмирили. Опасные замыслы раскрыли и пресекли, прежде чем они успели воплотиться. Поистине жестоко, но что еще оставалось делать? Как можно убить смерть? Никак. Ой, так и знала, что сейчас не успею вернуться. Ой, блин, я пошла в поход и не взяла с собой опять демонов-последователей. Да что ж такое, постоянно забываю об этом. Еще сейчас сижу и думаю, почему сердечки мне никто не носит, никто не бьет вместе со мной. А потому что думать надо. Думать и помнить. Я думаю, я и так справлюсь, наверное. Наверное. Десятипроцентная вероятность критического удара. Угу. У меня, по-моему, 40 монет, да? Мне не хватит, возможно. Это существо выглядит невкусным, забирай его просто так. Опять больного мне какого-то продают. Либо старого. Ну ладно, ладно. За ноль. Ну да, старый. Ну хорошо, ладно. А это здесь опять надо кого-нибудь бешеного усмирить, поговорить с ним. А, нет, все, я поняла. На заклание привели кого-то. На мясо пустишь. У меня, кстати, мирная религия. Тут я без жертвоприношений, без всякого этого. И я не готовлю еду из последователей. Какая же классная идея накидать сюда плюющих мобов тоннами. Господи. Ну выходи, чё спрятался там? Сидит в углу, посмотрите на него. А без своего помощника с сердечками, который добывает мне, я не пройду до босса, скорее всего. И капрофилов нет. У меня, в общем, очень интересное поселение пранкеров, юных пранкеров. Они дважды меня просили устраивать вот эти вот шуточки и кормить одного и того же чела фекалиями. Юные пранкеры. У меня там куча всяких трав, капуст, вот этого вот. Мы питаемся овощами, я там прокачала вегетарианство, чтобы
Они могли и травяной салат есть, если вдруг нет у меня еды. И что мы имеем? У меня два сердечка, да, и я иду к боссу, супер. И это же вот еще не прям босс. Я не осилю это в этот заход. О, спасибо за хотя бы синенькое сердечко. И то приятно. Что происходит? Какое-то облако в меня плюнули, как когда курят сигареты или кальян, или что угодно. Такое круглое облачко выпускают. Вот меня такое же плюнули, по-моему, сейчас. О, там умирают от старости. А морг я еще не построила. Нет, она не даст мне воды попить, ладно? Доступно откровение? Это они пока меня там не было, они слишком в меня уверовали, да, поэтому? Серьезно, я его сейчас нашла, когда вот, ну, перед этим заходом я его купила за деньги. Этот чертеж. А, другой? Зря бы кануло, прошу прощения. Вы наносите урон врагам, с которыми сталкиваетесь при кувырке. Угу. Оня, это что-то, я не знаю, с хпшкой делать. Ее мало. Можно купить одну дополнительную карту. Я просто хочу попробовать пройти с самого, ну, с первой попытки. Мне прям очень хочется взять эту бомбу, но я не буду, она уже есть, я лучше сердечко возьму. Так, вы наносите дополнительный урон ядом и больше урона проклятиями. Нет гарантии, что я найду отравленное оружие, поэтому... Поэтому вот так. Ну, а получи. И сейчас мне такие... Держи отравленное оружие, держи. Ну, я вижу, там, по-моему, кровосыся у меня оружие. Вот такого у меня еще не было. Спиритические перчатки. А, нет, это все. Наоборот, у меня сейчас будут перчатки, а это проклятие, да? Давайте попробуем перчатками. В целом, пока выглядит неплохо. У меня хватает сердец. Ну, на то, чтобы попытаться осилить босса. Когти еще топ. Перчатки прикольные, да? В принципе-то. Которые хилят? По-моему, у меня не было перчаток еще, которые хилят. Ну, то есть у меня были какие-то просто дамажищи. Если я не ошибаюсь, я могу ошибаться. Я просто иногда беру оружие и не читаю описание. Либо читаю, но не вдумываюсь. Типа, ну... Ну, когти. Ок.
ненужную тварь, я поставлю тебя на место. Ты поступаешь неразумно, ягненок. Внемли моему предупреждению. Покините земли. Но ты не уверена меня. Как бы прогоняешь, поэтому нет. Я не помню, какие были до этого боссы, что они делали. О, господи. Ага. Прекрасное облако дыма, это его рук дело, да? Я вообще не выкупаю, что происходит. Ой, нет, я это не затащу. Я слишком плохо играю в эту игру. Я просто заспамлю, если ему повезет, то он умрет. А, ну он тоже решил заспамить, я понимаю. Чел, давай не надо. Убери кадило свое, мне не нравится. О боже. Не, ну я подожду. Он наиграется же рано или поздно, да? Ну наступи на лужу, жалко тебе что ли? О, получил? Вот так вот, будешь знать. Ну и что тут? Опять обижаете бедных древних чудиков? Естественно. А что сейчас? А что сейчас произошло в конце? Он после себя бомбу оставил? Или это моя бомба меня задамажила? Чего? Что? Я отвлеклась на чата, такая сижу. Ля-ля-ля-ля. Вместо того, чтобы пойти зафармить. Угу. Я поняла, что мы умерли. Ну, ладно, подумаешь. Мне, может, просто нравится сражаться с боссами. Может, я специально. Вера укрепилась по воле чата. Ох, чат, спасибо. Так, две каменоломни у нас, тю-тю. Ты просто не хочешь заканчивать игру, я понял. Да-да. Раскусил меня. Шалам-бака. Создай меня... Да, я не на старого, сейчас я... Чтобы подольше пожил. Как там род Мэдкапов живет и процветает? Все у них в порядке. Так, что у нас тут? Все вы с крепкими телосложениями. Вот сколько я разыгрывала троих, да? Все с крепким телосложением. Лень, скорость работы и выражение преданности понижено на 10. Неверие последователь выражает преданность на 15 медленнее. Все денежки сворованы у населения? Нет, я как раз вот в этот заход хотела нафармить костей. И, в общем, что я и сделала. Я нафармила костей и просто пойду сейчас опять заново. Так, склеп, склеп. Здесь у нас эволюция морга, да? Угу. Хочется что-то такое мега-мега-супер-пупер полезное. Вот зачем мне эти украшения? Святилище 2? Ну, наверное, да.
Тебе только спортики смотрят и майоры Армстронги. А у меня нет. Я не имею права. О, пожертвование у тотема. Мерси, Баку. Спортики на месте. Так, поехали. Чё тут у нас? Пока вот так. Я еще урожай пойду сейчас соберу. Возьму с собой два демона из чата. А как так-то? Я не поняла, почему меня убило. Там же было написано, что когда меня убьют, я раскидываю бомбы, которые меня не дамажат. Или там было слово дамажит. Я вот что-то как-то пропустила этот момент. Спасибо, на одно искушение стало меньше. А, это он за простую еду. Ого! За просьбу мне тут накинул чат. Давно, кстати, никто не буянил. У меня же прокачана вот эта обилка, что если в тюрьме хотя бы день кого-то нет, то растет преданность. Так, мне нужен срочно ритуал на деньги. Потому что денег нет. Это вот это, да, обогащение? Да. Поехали. Доставайте все свои заначки и несите их сюда. Ох, как много вы от меня скрывали. Все они неожиданно умирают от старости. Так, ну тут не важно вообще, какое пончо открывать, они все бесполезны, мне не нравится. Давайте вот это фиолетовое, оно интересное. Так, и сразу назад поставим. Угу. А мне засчитали победу над боссом или нет? Подождите. Что-то я не собрала сердце, я не успела собрать. Ну да, да. Ты что, с помощью прокачки не хочешь себе игру усложнять? Нет. Ты имеешь в виду использовать эти пончо? Так, ну все. Все довольны. Еда, конечно, есть не у всех. А для кого пончо вводили? Ну, я не знаю, кто захотел. Ляхмед каплю будет за постройкой. Ценитель. Так, сейчас будем исповедовать новичка. Все проходят исповедь, все. Это какой-то босс, это не тот, с которым я сейчас дралась, нет? Так, у меня тут все мои последователи особенные получают подарки. Так, и маленький еще. Только я сердечко кинул в исповедальне, да, только ты. Спасибо, да, не за что. Я для вас эти подарки и собираю. Так, что-то еды маловато. Надо наготовить и опять идти драться с боссом. Главное не умереть так же тупо. Трава мне пока что не нужна, поэтому наготовлю вот так. Thank you.
Так, что тут стреляет во врагов? Возьмем маршала с собой. Маршал второй. Шо, Мэткап, тебя тоже возьму. Блин, нет, не возьму. Особенность мне нужна, которая сердечки ищет. Не получится. О. О, почти. Сколько? 1020 где-то монет, как с куста. Эх, придется ограблять поселение. Надо немножко семян закупить. Джойстик так приятно вибрирует. Обалдеть. Ну что, как говорится, наша песня хороша, начиная с начала. Власть короны. Вы наносите в ближнем бою мощный удар, который может поработить задетых врагов. Как бы соблазнительно... А, я постоянно думаю, что это два оружия на выбор. Хотела сказать, как бы соблазнительно это ни звучало, я хочу кинжал, которым я буду тыкать вот так вот во всех... Ну шо ж, пойдемте. О, опять ты. Клык Алый, вы обрушиваете молнии на неверующих. У меня такое уже было, кстати, выглядит прикольно. Главное не забыть. И надо использовать часто, потому что оно кдшится. О, смотрите, как упрощает игру. За убийство врагов наполняется оно там, типа, кровью врагов или чем-то, или плотью. И... восполняется опять. Поэтому нужно использовать. Поработить бы вот эту плевалку, чтобы она плевала во врагов. Вот это был бы кайф. О, лол, я думала, они одноразовые все. Не все. Есть одноразовые, которые после первого применения ломаются и все. А есть которые на все прохождение, как я понимаю. Ну, прям на все. Либо только на вот этот заход, либо на все остальные. Я вот это не знаю. Ну, то есть там, где вот начинается вот эта градация по комнатам, по путешествиям. Может быть, оно там исчезает, я не знаю. Как и сильный удар, который у меня был у оружия, но потом внезапно исчез. Потому что я им не воспользовалась вовремя. Да вы чё? Полное здоровье. Вот так происходит, когда я беру с собой кого-то, кто ищет сердечки. У меня никогда нет проблем с хпшкой. Можешь Вайзика погонять. Там можно плюющихся к себе в команду взять. Нет, я не хочу Вайзика играть. Не хочу. Меня вот эта игра вполне устраивает. Ну, то есть я еще в одну такую же пока играть точно не планирую. Ну и плюс здесь графика поприятнее, по-моему, чем Вайзики. Но это лично мое мнение, оно как бы субъективное. Вот сейчас посмотрим, останется у меня эта реликвия или нет. Так, что тут? Мы можем купить еще одну реликвию, купить продукты и просто подраться. Можем взять последователя, неизвестности и еще драка. Давайте возьмем последователя. И ну, я просто люблю идти там, где вот есть что-то неизвестное. Интересно же. О, палец остался. Смотрите, кого я поработила.
Обалдеть, вот ту штуку, которая кидается. Вы посмотрите, посмотрите, что происходит. Жесть. Да получается и плюющуюся можно. Ну-ка, ну-ка. А меня она дамажить будет своими плевалками, которую я поработила? Как бы понять, где чья, конечно, сложно. Капец, чуть не забили меня. Ну ничего, мне сейчас найдут сердечков, и все будет в порядке. И улетел. Ага, то есть мы можем пойти так. Ну, давайте я хочу посмотреть, что за неизвестность. Нам тут встречался опять лорный мужик. Он сказал, что тот, кто что-то там всегда в заточении, или как его зовут, я давно его не встречала, не помню. Вот, он типа бог смерти. Ну, или что-то. Привет, привет, Найт Принц. Ох. Мы тебя еще не воскресили. Мне пришлось собрать сначала деньги с поселения. Но мы обязательно воскресим. Там, по-моему, наверное, еще КД, а может и нет. Мог и тетрадку тогда одолжить, а не меч. Ну да, кстати. Ой, какое жесткое место. Надо их как-то... Ой, мой демон сейчас вот чуть не заруинил. Он начал стрелять. Я же не знала, что он сейчас стрелять-то будет. Я прохожу спокойно мимо них, собираю их в кучу, он стреляет, они начинают взрываться один за одним лун. Как дела? У меня неплохо в целом. Я просто диету тут соблюдаю перед исследованиями и, в общем, по здоровью. И голодаю, по сути. Ем невкусную еду. Вареную курицу, яички вареные. Че, и все, хлеб нельзя. Сладкое нельзя, булки нельзя, повидло нельзя, ничего нельзя. Ужас. Я не хочу замораживать. И топор я не хочу. Но... А у меня что? Без отравления, да? И без хила, да, если не ошибаюсь? Критический удар. Угу. Нет, я не буду менять, не хочу. А у тебя как дела? Как у вас? Как у вас вообще у всех дела? Я тут вначале об этом тоже рассказывала, про свою диету и про все, пока никого не было. Точнее, Маршал, наверное, тогда был уже. Я сижу просто, играю, смотрю. Ну, у вас по привычке нет еще в начале самом. Играю, играю, и тут что-то... По воле чата что-то произошло. Я такая, в смысле? Говорю, тут кто-то сидит в чате и молчит. И Маршал пишет, сидит и молчит. Вареные яйца вкусные? Ну... Вкусные, но только не тогда, когда ты можешь есть только их, вареную курицу и макароны нельзя. Чё там, хлеб нельзя, паштет нельзя, ничего нельзя, ничего. А завтра мне надо будет голодать почти весь день перед исследованием. Так что завтра стрима не будет, даже я буду просто лежать и киснуть. Вот, чтобы знали. Так, щупальце... Интересно, это щупальце меня бить будет? Не, ну я хочу. Мне нравится эта способность. Можно еще карту купить. У меня же денег теперь. Куры не клюют. Никакого праздника, ничего нельзя. Да. У меня норм на 38,5. О, нет, это не норм. Давай выздоравливай. Надо это, по воле чата, чтобы ты выздоровел. О, и это тоже. Вот это я буду...
Посмотрите, я как каракатица, как осьминог. Следю. День максимального сохранения энергии. Да-да-да, именно. Ну попади, попади. Стою впритык, бью и не могу попасть. А ведь он почти плюнул. А меня бьют они? Ну просто бомбы, по идее, тоже не должны были бить. Но ударили. Ибупрофен форты выпил. Два шприца. По инструкции. Ибупрофен в шприцах выпил. Я не разбираюсь, простите. Я не знаю, что там пьют при простудах, поэтому помочь тебе не смогу ничем, наверное. Ну, совет там какой-нибудь дать. Так, у нас есть полноценное сердечко. Еще одно мне должен найти... Ну, мой демон, получается. И да, у меня есть палец карателя молний. Надо им пользоваться. Но не сейчас, тут слишком незаслуживающие того враги. Согласованность чата на нуле. Это не простуда, это вирус, нет, не корона, бро. Блин. Ну, желаю тебе выздоровления скорейшего, конечно. По воле чата вы получили карту Таро. Да? Я ее не заметила. Спасибо, чат. Если я что-то приятное получила, спасибо. Это на выбор? Половина красного сердца или голубого? Давайте голубого, потому что красное сердце мне должен принести мой последователь. Ну, а если он, конечно, не принесет, то все. На кол, получается. Речулька там балдеет, лежит под дверью. Раскинулся, пузо вывалил свое. А вдруг он подведет? Во, это по-нашему, да-да-да. Они даже понять ничего не успели. Я на самом деле палец... Могла бы использовать, но держу уже для босса. Хотела спросить, а какой босс? Потому что я же думала, что мы его прошли. А нет. Так, ну он мне принес половинку. Пойдете. Блин, было бы, наверное, классно призывателя на свою сторону. Заполучить. Но, наверное, нельзя. Вообще это было несправедливо, что меня бомба убила. Ну, мне до сих пор обидно. Я так на тоненьком затащила и бум. Нет, здесь я применяю, знаете, я не хочу умереть. Так, за новым оружием сейчас сходим. Что у нас тут? Опять руки-крюки. Ну, давайте, как в тот раз, попробуем. Хотя вот это мне тоже нравится, отбрасывать врагов. Давайте вот это возьмем. Тентакля, приди, порядок наведи. Лул. Греджул дед. О, нет. А, то есть он на моей стороне как-то не хочет, да, сам себя, ну, бросить свою же бомбу. Он же мне подвластен был только что. Ого, это что такое? Тентакли, новая реликвия, кстати. Возможно, хрупкая.
А ты как знал, слышь? Призывал тентаклю прийти, порядок навести. Ты посмотри на это. Язык сти. А, это язык. Ну ладно. Вы призываете бомбы на поле боя. Хрупкая реликвия. Давайте попробуем. Она одноразовая, поэтому только на боссе ее используем. Кристальный флагшток с вашим знаменем. Это еще лучше, это язык. Ну, здорово, во второй раз. А, еще нет. Я постоянно думаю, что я сразу к боссу попаду. Хотя, вроде бы, это не первый босс, но у меня почему-то вот так вот в голове сложилось. Грязь сейчас происходила, я даже не поняла, что. Что происходило? Меня забили, я их забила в угол. Было очень неприятно. Леру, леру, леру. Да. Мне нужны сердечки. Так, он поехал искать, отлично. Как это он на моей стороне и при этом дерется? Либо он меня не дамажит в этот момент, либо я не понимаю, как это работает. О, у нас косы еще не было, кстати. Или это проклятие? А, это проклятие. Замораживает, либо вы наносите в ближнем бою мощный удар, призывающий духов. Отлично. Я к этому челу подойду, кину на него тентаклю, а потом вот эту способность... И он отлетит. Наверное. Он сопротивляется твоей магии. Да как он посмел? Я, кстати, не смотрела. С головы вылетело. Господи, откуда вот это леру-леру-леру? Я Джоджо не смотрела. Я все собираюсь. Да успокойся. Все в порядке, не надо стрелять. Вот, я собиралась, как-то посмотрела серию и такая, нет, я не могу. Я не могу. Когда-нибудь я дозрею до этого аниме. Пока что не получается. Жожа-жижа-жажа. Я, в общем, пыталась, но мне как-то сказали, что надо там перетерпеть первый сезон или какой-то, потом будет интересней. Ну, в общем... Вы что, не вздумайте меня до босса убить? Ля, он со щитом, вы посмотрите, я пробить его не могу. О, спасибо за сердечко. Давай, давай, стой. Стой в моей луже, в моей жиже, красавчик. Вот это битва века, не то что с этим боссом. Мой комментарий, самое голубое аниме. Лул. Как я встретил вашу маму, главное тоже перетерпеть. Я не помню, я смотрела вот это вот, как я встретил вашу маму или нет. А, там опять. Блеск для губ.
Ну, Жожо, он такой странный, знаете, я пыталась смотреть, но он какой-то... В нем есть такая вот большая доля неадекватности, которую я не могу воспринимать. Кринок, новый сезон выходит. Я и старый не смотрела, если честно. Мне что-то как-то не хотелось, не зашло. По описанию. Меня баганул демон. Я надеюсь, он работу свою выполнять продолжит. О, ну что, народ, погнали? Опять пытается свои ссылочки навставлять. Как я хорошо применила свою способность. Господи, что происходит? Кто? Ты успокоишься, чел? О. Я вообще не понимаю, что происходит. Такое мясо какое-то жесткое. Я не пройду, у меня жопа. Жопа-попа. Сейчас опять будет, да, спамить атаками? Я стою. Доджу как профессионал. Забилась в угол и сижу. Да я нажала перекат в этот момент. Не нажала, честно. Можете мне не верить, но я нажимала. Я жжал. Вот это вот, я не знаю, как это доджить. Оно очень плохо летает. А можно мне еще сердечко в парочку? Я перекатилась. О. Как говорится, shit, here we go again. Ну все, с первого раза, и вот тогда мне не подфартило, не повезло. И все теперь. Удачи ноту сдохнуть. Можно мне какой-то гигабаф? Ничего-ничего, наступит момент. И мне попадутся классные карты в походе или священное оружие, и мы одолеем этого босса. На самом-то деле, один раз-то я его уже уделала. Угу. Переполнено. Опа. Свидетель Агарес. По воле чата вернулся к жизни. Спасибо. Чат един. А почему они хотят спать? Ну, жалуются, да, мне, что у них нехватка сна, но при этом сами спать не идут. Так, минус лесопилка и каменоломня, да? Угу. Спасибо за фоллоу, спасибо, Маршал. Хи-хи-хи, thank you. What are you buying? Так-так-так, что там у нас вот это вот?
Здесь, по-моему, тоже, да, должна быть лесопилка. Камней добывается больше и проще, чем бревен, поэтому... Все что-то недовольны ходят. О, Мэткап постарел. Никаких спать, ночная служба. Ничего не знаю. А я там лежу и чилю, да? Да, пока что чилишь. Я сейчас посмотрю, есть ли у меня ресурсы на ритуал, и откадешился ли он. И мы тебе вернем. Так, это вот это оживление, да? Мэткап, как вот эти вот, знаете, деды и бабки, которые возле подъезда сидят, вечно недовольные ходят. Так, надо еще что-то сделать, чтобы веру-то вернуть, а то как-то разуверились, по-моему, нет? Плюс 30. Можно устроить пир. Либо огненную яму. Она, по-моему, подешевле просто по требованиям, поэтому. А может, они и нет. Ну, в общем, ее устроим. Одинаково они очков прибавляют. Ну и нормально. Мои драгоценные денежки. Мэткап... Перед смертью верни все, что насобирал. Не забирай с собой. Так, в смысле? А что, со стариков нельзя спрашивать? Как так? Ну иди, иди. Коломана, коломана. Больше разыграть нельзя, да, насколько я помню. Вы больше не можете. По второму кругу, да? У нас только Мэткапу повезло. Давай, иди, поубирай немножко. У меня пауки украли, камни. Сволочи. Кстати, это первый медвежонок, по-моему. У нас не было еще медвежонков, так сказать. Так, надо сюда немножечко того этого накидать. Надо что-то построить. Сейчас я отправлю на ресурсы сюда. На переплавку. Кстати, можно улучшить одну из вот этих вот как раз-таки молитвенных площадок. Ну, или как это вообще? Что это? По-моему, я могу. Я в прошлый раз это заметила. Если... А. Ну, уже не могу. Потому что я на топливо пустила. Ну ладно, подумаешь. Тоже мне. Ладно, я пойду погамую чуток. Давай-давай, Маршал. Хорошего тебе вечера. Так, золотишко мне тут принесли. О, мерси. Что такое? О, нет.
У нас очень много стариков, кстати. Мэткап... А, нет, я, наверное, если тебя вознесу, то я не смогу тебя воскресить потом. Так, ну что, попытка номер три. Вроде бы тут все хорошо. Причем в первую попытку я босса прошла без помощи. Обидно даже. Собирает усердие. Эфемерное сердце, усердие. Стреляет. А где вот этот, который... Вот, вот это мне нужно. Ближайшему врагу. Ну и опять-таки сердечки. Слышь? Ты кого там возносить собралась? Ну не буду, не буду. Оставим династию мэткапов в покое. Так, так, так. О, можно одного выкупить. Кто-то вот этот вот жирафик, что ли? Я иногда просто смотрю на этих животных, пытаюсь понять, кто это. Мне вот даже интересно. Меня только воскрешать можно. Почему здесь нельзя сразу к боссу переместиться? Ну, блин. Ну, игра же должна была понять, что я... Ну, смогла сюда добраться. Я победила даже один раз. Твич отъезжает? Ну... Можешь на всякий случай написать сообщение с закрепом тогда для ВК-плея. Пожалуйста. Буду премного благодарна. Не отпустила? Ну хорошо. Пусть отпускает. Не надо лагать. Не надо. Если еще будет, то закри... О-о-о. Оставьте меня в покое. Я в углу стою, ничего не знаю. Ой, какой вкусный беляшек жру. Приятного аппетита. Я давно не ела ни беляши, ни чебуреки. С огромным бы удовольствием, если честно, один бы слопала. Ну или не один. Там как пойдет. Но я чебурек хочу. Вообще, из-за того, что я сейчас, ну, на вот этой вот диете с ограничениями, я хочу все. Меня опять бьют, обижают. А за что? Кстати, у меня перчатки обычные или святые? Я что-то не обратила внимания. Так, здесь у нас вот такой вот значок. Это значит, здесь мы можем купить вот эти реликвии, которые внизу, вроде бы. А, спиритические. Это я все в ожидании священного оружия. Вы призываете глаза, которые вращаются вокруг вас и отравляют врагов при столкновении. Угу. Но они одноразовые. Ого. Это что, игра жалилась надо мной? Из-за того, что я столько раз проигрываю этому боссу. Такая, ну ладно, на, держите пару золотых, успокойся. Да попади ты по ней, сейчас же плюнет. Журчащий фонтан. О, фонтана там нам и не хватало. И всего лишь из камней. Ну все, держитесь. Сейчас все поселение будет в фонтанах. Так, еда, неизвестность, ресурсы, еда. Последователь, подраться, бревна. Можно реликвию вот здесь купить. Другую. Возможно, не одноразовую. Барбатос опять допился до чертиков и думает, что он умер. Или не думает. Ноготь с ноги кидая. Вы призываете новое проклятие повышенного уровня.
Барбатос, да, уже не в первый раз отлетает. Он, по-моему, несколько раз просто по воле чата воскрешался, поэтому... О, чат мою судьбу решает. Был бы у меня токсичный чат, мне было бы, наверное, вообще сложно играть. Угу. Голубое сердце добавлено. О, спасибо, чат. Да хорош спавнить. Решалы подъехали. Слушайте, диверсия? Какова диверсия? Что за диверсия? Что случилось? Мне просто самого... Ну, то есть там... Я не знаю, у вас как на Твиче видно, какие варианты ответа можно выбирать. У меня из-за того, что мультичат, он общий, да? Для там, всех площадок, на которых я стримлю, то мне не видно, что вы там выбираете. Я не могу посмотреть. Да чатик опять не согласованный. А-а-а. Давай что-то полезное. Проклятие или опять сердечко? Давайте проклятие. Мне очень давно не попадалось вампирическое оружие. Оно прям какое-то очень редкое. Отравленное было и просто вот эти обычные с критом или еще с чем-то. Донат картам, кстати, да, спасибо. У меня же теперь-то денег миллионы. Длань ярости. Вы выпускаете снаряд при взмахе оружием. 5 секунд перезарядка. Ничего себе. Ну-ка. Ой, жесть. Вот это я им накидаю. Ну и они мне тоже. Вот эти враги, они меня... Только они меня и убивают, по-моему. Я бессильна перед ними. Пиу-пиу. Так, что это у нас такое? 3 снаряда за раз. Снаряд, растекающийся черным ихором. А я даже не знаю. Вот этим, наверное, прицеливаться нужно. И этим тоже. Не люблю прицеливаться, поэтому пусть будет заморозка. Помнишь сборку Рататата? Да. Я бы очень хотела, чтобы она сейчас была. Слева топовая хрень вроде была. Хорошо. Я возьму. Блин, а мне это что-то напомнило. Вот то, как выглядит эта способность. Капец, 4 чела со щитами, вы чё? Чё за душка? Умрите, пожалуйста. Обалдеть. Я, может, путаю с другой. Я полгода назад играл. Может, не стоит их бить в щит? Не стоит их бить в щит? Стоит. Я не хочу вот это вот
откатываться назад, пытаться ударить из-за спины. Ты на это намекаешь, да? Нет. Я буду бить в щит и жаловаться, что я не могу его пробить. Так, меня там ждет карта и какой-нибудь кулончик для кого-то. Умно? Ну так. Я же стример, какой думать? Ой, о чем? Так, увеличивает... О, боже. Продолжительность жизни вдвое. Угу. Так, и хорни проливаю под собой. Отлично. В целом мне нравится, что у меня есть, но... Я сомневаюсь, что у меня получится победить. У меня минус мораль из-за того, что меня убили в первый раз. На тупом. Высушенная трава, которой можно выстелить землю. Я просто хожу сюда фармиться. На самом деле я-то на изи этого босса одолею. Просто мне ресурсы нужны. Деньги, трава, вот это все, да? Ну, вы поняли. Мне кажется, ли у меня два откровения доступны уже. Конечно, главное самому верить. Я не понимаю, с какой игры мне вот этот выстрел напоминает кто-то. Вот в какой-то игре же кто-то вот так вот... А, это мне напомнило Грейвза из Лола. Я думаю, у меня такие сейчас жесткие флешбеки, типа я это уже видела где-то, причем неоднократно. А это Грейвс, он так отпрыгивает же, точно. Так, водоворот, вы призываете щупальца, которые вырываются из земли в четырех направлениях. И наводящиеся на врагов снаряды. О, шит. Я не могу. Чат, помоги. Мне нравится и то, и другое. А, во, справа я имел в виду. Вот это псы Рока? РН кто? НЖ кто-то? ТО. Блин, сложно. Дальше я не могу понять, что на английском было написано. Это имба было? Хорошо. Видели, как я его? Вот. Попався. Под руку мою. Так, что тут по оружию? У меня, кстати, есть еще проклятие, надо не забыть. Ну, в смысле, реликвия или как. А, кто-то еще сдох. Я просто S, а потом я не поняла, какие вы там что. С боссом давай так же. А, он здесь проклятие раздает. Ну, нет, так не пойдет. Нет, ну это единственный противник, который у меня хп отнимает. Плевунец. Как же я их ненавижу. Как они работают, эти снаряды. Вы видели, я била в эту сторону, а снаряд автоприцеливанием полетел во врага. Жесть. Вот это имба-имбовая, конечно. Так.
Мне привезли просто водичку. Надо было забрать. Облегчение для стримера? Да, это что, им бот? Да. И мне никто за него не за это как-то не забанит. Абсолютно легальный. Чё там, где уже босс? Я просто не хочу к нему прийти и отлететь за одну секунду. Опять эти со щитами душить меня будут, да? Целое сердечко у меня забрали, сволочь. Вы когда осьминога рыбаку отдадите? Так я уже отдала. Еще когда поймали, сразу отдала. А второго мы продали. Мне нужна там какая-то каракатица, по-моему. Эти взрывающиеся медузы. Это медуза из Вьетнама. Все, опять люлей идем получать, чё. У меня 3 сердечка. Ну и одно такое, типа. Здравствуйте. А что-то с реликвией, да, у меня сейчас не получилось или что? А не бей! Не надо! Подумай! А, мне прям под ним ее надо. Заруинили мне прохождение теперь. Отвлекли стримера, он теперь не соберется, все. Вот то, что он спамит, и здесь очень много вот этих прыгающих крабов, это вообще не круто. Мне неуязвимость чат дал, или это мне просто... В честь чего у меня не... Сколько он наспамил противников, это что вообще? Первое прохождение такого не было. Главное от него отойти, вдруг он бомбу призовет как в тот раз. Я уже кликаю. Пошел в жопу. Не убивай меня, скотина. Это меня моя же бомба тогда убила. Но почему меня мои же бомбы убивают? Это нечестно. У меня реликвия, кстати, откадешилась, но я решила ее не использовать, да? Ты куда им будила нас были? Да что ты... Не знаю. А это что у нас? Тоже какой-то удар, да? Я заберу сердечко. Я сначала просто фармлю то, что тут есть, потом забираю сердечки. Саша лучше. О, спасибо. Сейчас как помрет, не надо. Так, облик бегемотика сюда. Каламар трофей. Мне, кстати, нужно золотые слитки или что там? Очень дорого, богато вот эти вот памятники грибнику тому. Я хочу поставить хоть один. Еретики побеждены. Отлично. У меня есть ожерелье на удвоение жизни, кстати. Но вы заметили уже. Во-во, тот, кто что? Тот, кто ждет, заточен или как его? Тот, кто ждет. Каламар никогда не отличался храбростью. Мир должен благодарить тебя за то, что этот жалкий трус теперь гниет в глубинах своего болота. Скоро я получу свободу и изменю мир по своему подобию. Все уверуют в меня, все преклонятся передо мною.
Страдание обернется триумфом, и тот, кто был жертвой, станет палачом. Когда будет аллея трофеев, ну... У меня только один трофей. Пока что. Дай, дай, дай. Мэткап опять заболел. Что ж такое-то? Так, на перевоспитание. Пока я там вот это походом, тут опять что-то происходит вечно, жесткое. Это по воле чата произошло, да? Ничего себе. Спасибо, чат. Это Мэткап отлетел, да? Один заболел, второй отлетел. Видишь, какое больное? Мне нужно много здоровья. Ну, хорошо, хорошо, я подарю, подарю. Ничего себе, в золоте. И церковь с золотыми куполами. Ну, в смысле, колокольчиками. Ну, почти купола. Блин, так кучно стояли, а теперь уже все. Лучший памятник Богу. Так, дайте преданность-то забрать мою. Отойдите, пожалуйста, не мешайте готовить. Семь травяных салатов. В честь моего возвращения из похода. Трехлетней давности. В первый раз мы почти победили. Ну, победили как бы, да, но не свезло. Как в чашечках прямо. Ну вот, по второй раз победа нам далась. Ну, в смысле, в третий лу. Да что, 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 что? К нам приходили иноверцы и скептики, которые ругали наш уклад, но все равно хотели среди нас поселиться. Может, стоит принять их? Хорошо, я сразу просто в тюрьму их отправлю. Какие мои проблемы? Мэрна только ожил и уже что-то хочет. Пощады. Получается, и того в начале самого, которого я скипнула, можно было взять к себе в поселение, но так как на тот момент у меня еще не было тюрьмы, то это не имело как бы смысла, он бы мне тут наводил бучу. Сейчас я настрою могилок, надо еще захоронить. Кровати добавить, что-то... Как... И всем спать. У меня не было сомнений, что вы ко мне прислушаетесь как истинное божество. Дел не в проворот. Вообще надо морг построить. Где он там был? А кто? Вот он. А что для него нужно? Морг. А, так у меня есть. А он что, заполнен? Раз вот эти валяются. Ой, не то. Тюрем нужно больше. Да пока нет, вроде бы хватает. Ничего, это вот довести до конца не могут. Самой все делать. Как жаловаться на антисанитарию так вот сразу? Как колокольчик прозвенел спать, так все, убежали? Ты мои бревна отдай.
катафалка просто нет. В морг не могут доставить. Так, нужна еще одна лесопилка. Так скажем, не отходя от кассы, сразу ее поставлю, иначе я забуду. Нужно еще две кровати. Либо они поломаны, либо не хватает. Наверное, не хватает. Я же только что двух последователей приняла. Хотя они еще как бы не спят. Не хочу слитки тратить и не буду. Нет. Да, там две кровати разрушены. Даже не две. Ну что, подарить тебе? Так и быть. Демон, вот этот. Какому мэткапу подарить? Подожди. Вот этому обычному или мэткапу третьему, который вот здесь лежит еще где-то? Где-то здесь он. А где мэткап? Кто его украл? О, Сися. А где тот мэткап? Стоп! Я не нахожу его. Мы же тебя не воскрешали еще, нет? Тело воскресло и ушло. Кого-то это напоминает. Что такое? Я где-то по пути потеряла его, что ли? А, я, наверное, запеленала его как мумию, и на этом все. Достаточно. Вы заметили, оба красного цвета и оба не веруют в меня. Как они посмели. Потом при воскрешении неудобно из могилы вылезать. Что такое Вельзевул? Меня переполняет любовь, но Пугры даже не знает о моем существовании. Прошу вас, принесите мне 10 цветов из чащи. Они наверняка произведут нужное впечатление. Нет, что, ну у меня сейчас есть, а надо идти, да, будет по-новому. Красные опять бучу хотят навести. Да вообще. Окей, незаконная шуточка. Я даже не поняла, про чё ты вообще. Что за шуточка? Какие? Чё? Я не знаю, класть топливо или оставить на постройку. Наверное, лучше на постройку. Мне не к спеху, чтобы они прям тут работали. А, типа коммунисты? Так, господи, я... Не знаю. Я типа не в этом плане имела в виду в любом случае. Твич. Роскомнадзор. Кто там? Я просто имела в виду цвет кожи персонажей. Вы чё... Так, чисто, все сыты. Можно и пособирать ресурсы, и что-то покрафтить, наверное. Так, шо? Мэткап, пришло твое время. Чё расскажешь? Нравится тебе в поселении, да? Чё, красную корону спрашиваешь? Чё это такое? Я не знаю.
вон он ты, наверное, лежишь. Это ты? Кто это? Опять признаваться в любви. Не, на этот раз... Вот он! Мы тебя нашли. Подожди, а воскресить-то я тебя могу? Так, а это у нас что? Проклятие реликвий. Некоторые находимые реликвии становятся проклятыми. Священными. А если они священные, то они вот это имбовыми становятся вот этими вот. Это мне сюда. Бум-бум-бум. Пооткрывали. Так, священная пудреница. Случайную священную реликвию. Вы призываете в бой двух демонов? Чё вообще? Жесть. Вы обрушиваете молнии на неверующих и можете получить голубые сердца? Чё вообще? Вы можете стать неуязвимым на 10 секунд или получить голубое сердце. Вы наносите врагам урон, зависящий от количества имеющихся карт Таро, и можете получить голубые сердца. Ума. Там было написано клык алый, серьезно? Так, это что мне здесь предлагают? Погибнув в походе, вы можете воскреситься один раз. Можем съесть какую-то хрень и получить одно сердце. Давайте вот это. Не вижу смысла воскрешаться. Ну, не хочу. Вы открыли новую способность короны. Съев вот еду, в общем, вы можете получить одно голубое сердце в день. Я думаю, воскрешение на КД. Ох, нет. Интересно, а ты воскресишься в, ну, сразу с обязанностью сборщика налогов или нет? Нет, придется опять назначать. А это какой ритуал? Вот этот, да? Какого мэткапа назначить... сборщиком налогов. Мэткапа третьего или обычного? Вот мэткап обычный. И где тут мэткап третий должен быть? Или какой он? А я не знаю, какой из них какой. Лул тут не написано. Или это был уровень? Подожди. Молодой и перспективного. Тут 58, а тут 77. Ну, молодым, конечно, не назовешь. Там, кстати, по-моему, была одна заповедь, что можно было построить надгробие, и вы могли... Да, и могли люди приходить туда и грустить. Да, это я знаю. Но я вместо него выбрала что-то другое. Сейчас посмотрим. Это, по-моему, вот здесь вот. А, я не могу больше увидеть, да? Это в смерти было. Я что-то там прокачала другое. Вот это я прокачала уважение к старикам, что ли? Или компостное захоронение. Что-то из этого, нет? Надо быть с компостным захоронением аккуратно. Если туда, ну, только я могу носить трупы, то это хорошо. А если последователи, то умрет мэткап, умрет Найт Принц, и его кто-то отнесет, и все, и с концами. Обоих назначь. Надо побольше таких ресурсов, потому что постройки очень ресурсоемкие, так скажем, ресурсозатратные. И здесь можно вот это еще вложить, так сказать, одно. А нового-то создать нельзя. Да, поэтому вот я и думаю насчет того, кто может на компост отправлять людей.
класть, вложить. Есть такой мем старый, где деньги, которые я вложил. Так, это вы идете на лечение. О, да что ж вы все... Да что ж я не успеваю-то, господи, хватит. Так, кучно, кучно, стоим, стоим, не расходимся. Все скорбим и танцуем. Сюда мне свою веру, быстро. Колымана, колымана. Так, у меня тут еще вот эти вот есть. Нельзя? Ну, пусть сидят тогда, чё. Так, что я могу построить уже? Уже могу построить. Уже могу. Ну, вот это я не буду компостное захоронение тогда. Второго уровня вот эту штуку. И все? Можно миссионера домик построить, в принципе. О, фонтаны точно. Не знаю, что строить. А, кстати, да. Вот эти вот. Что здесь надо? 10 золотых слитков. Мне кажется, я кого-то еще не поставила же, правильно? Этот стоит, и вот этот. Возле туалета поставь. Можно было, конечно, но не буду. Вот это я хочу поставить, но у меня уже все нет слитков. Все потрачено. Мне вот эти кристаллы очень нравятся. Мне нужно больше. Не слишком круто выглядит. Есть где-нибудь клеточка, куда можно это впихнуть сбоку? О, да. Так, что там есть? Чё? Второго уровня, ну, не хватит, да, потому что я поставила эти трофеи свои. Пугало я оставила, оно как-то вроде бы отпугивает, вроде бы нет. Ну, все получается. Что-то тут красивое есть такое, влепить куда-нибудь то? Можно еще какой-нибудь пол там настелить, где наказания отбывают. Лава бы там как раз подошла, но... Но она уже у нас в промзоне, поэтому... Что я хочу? Я хочу подарить подарки. У меня много, много подарков. Господи. Нам не покажут, да, что там попалось? Спасибо, игра, что показала, что попалось. Что, Мэдкап? Давай сейчас тебе дам. Этот самый, где тебя найти? Молишься, да? Вот этому, типа молодому и перспективному, да? Вот это. У меня уже есть ожерелье, оно мне нравится. Другое мне не нужно, Мэдкап. Чё? А все. А как его отобрать? Никак? Ну ты сам отказался от этого подарка. Ничего не могу сделать. А у того Мэдкапа есть ожерелье? По-моему, у двоих есть.
Или второй мэткап. А, они тут оба тусуются вместе рядом. Ох, ну, глупый молодой мэткап. Да, у одного цветочек, а у второго там опять мэткап заболел. А у второго что? Ну покажите, да, мэткап, иди лечись. Чё ты тут лёг? Ты тут лёг лечиться, серьезно? Столько кроватей. Да, и у второго тоже какой-то цветочек. Блин, вот это, конечно, попадос. Я никак не могу отобрать, да? Ну и все, ну и подумаешь. Ну и не надо. Так, надо каменоломню поставить. Ну, я думаю, можно в поход идти. Перед уходом наготовлю всякого. Меня травят прихожане, и мне нравится сбор податей. 100%. Надо было мне куда-то еще идти? Вроде бы нет. А если кто-то с ожерельем сдохнет, то с него можно его снять? Разве? Вы вот вместе умирали постоянно с ожерельями, и вроде бы нельзя было их снять с вас. Столько пустых кроватей, вы посмотрите на это. Так, наносит ближайшему врагу, пойдет. Есть план, но он мне совсем не нравится. Убить старых мэткапов целиком на компосте. Да, и что? И сделать новых? Не надо, не буду. А, еще один остался, я думаю, в смысле финальный босс, как какой, зачем? Давай сюда мне моих последователей. Шелковая дверь была написана? Слушайте, пока я пойду, может вам дать, не знаю, грибов перед уходом. Эй, чат! Чат не пускает. Ладно, ладно. Будете без грибов тогда. А, шелковая колыбель. Вот оно что. Ой, да вот этот топор, которым 3 часа бить? Да.
Этими землями правит епископ Шаурма. Те, кто нарушит законы древней веры, будут стерты в пыль. Это молоточек. Ну, он мощный, как бы, это прикольно, но слишком долго замахивается, я так не люблю. Что-то было? Тут какое-то натяжение, растяжка какая-то была. Я в нее врезалась, только потом заметила. Шамура, не шаурма, да, я знаю, что он шамура. Ну просто он шаурма, ну просто потому что. Вот им неудобно разбивать текстурки. Это еще что за хрень? А их не задевает, да, эта штука? Понятно. Только для меня расставили тут барахло вот это. Так, находящиеся на карте я не хочу. Давайте лучше усердие. Естественно, купим карту. Какую-нибудь классную, да? При столкновении, при переходе на новое поле... Нет, не хочу усердия. Давайте вот это. Я карта. Да. Блин, ходи от меня, слышь. Речулька, чё хрюкаем? Не, ну драться, конечно, с ними легко, потому что они за два удара падают. За два-три. Да господи, что ж там умирают-то от старости? Реликвии насыщаются... На 25%, да, как мне сказали, быстрее. Красиво огоньками тут все светится, прям обалдеть. Меня тут, знаешь, вчера спрашивали, да прошли ли мы этот, как его, рафт, я говорю, ну, нет. Возможно, потом с тобой отдельно будем допроходить его. Здорово, мистер Шаурма. Он ждет у морских скал в завершающей точке долгого падения. Сердца острозубых чудовищ дрогнули в последний раз и утихли навеки. Он был пятым епископом, нашим братом по имени Нариндер. Тысячи лет мы стояли на страже древней веры, но его недовольство росло. Он начал сомневаться, им овладело честолюбие. Я же был к нему слишком мягок. Потому что любил его, и из-за этого я потерял разум, из-за этого он потерял свободу.
Меня предал тот, кому я безгранично доверял. Ведомо ли тебе это чувство, ягненок? Хочешь ли ты познать его? Он был пятым епископом, нашим братом по имени Нариндер. Это сильнее меня, мне очень жаль, ага. О, сейчас там будет... Эй. Чё? Жесть, мясо последователя. Вкусно. Паутина? Интересно. А что с паутиной крафтить? Одежку какую-нибудь то? Я думал, только через год-полтора продолжим. Может быть, а может просто мы с тобой вдвоем доиграем, да и все. Вот я играла в Sons of the Forest, но мне просто вообще не понравилось. Это фекалии, правильно я понимаю? Или что это? И как-то даже нет желания проходить эти Sons of the Forest. Хорошо, что я не пришел по жопке давать. О, да. Тут сердечко и сразу к боссу. Либо выкупить реликвию. Давайте реликвию купим какую-нибудь. Или он бесплатно нам их дает, по-моему. Да? Да. Священная прядь. Купить коллекция 200, вы находите реликвии с большей вероятностью. А в каком смысле он потерял разум? Он вроде звучит вполне... Ну, осмысленно, логично. Разве нет? А ты вовер еще гоняешь? Сейчас нет. Ну, а так, в принципе, да. Не хватает места для сердец. Как же хорош этот стример. А вы не помните этот колокольчик? Он что? Он у меня карту сожрал или что? Что произошло? Он, кстати, не одноразовый. Это я уже проверила. Это я и хотела спросить, когда его начала применять. А что он дает, не помню. Кстати, я думала, он восполняется только от крови врагов, но из-за крушения окружающей среды мне тоже накидывают очки. Вы наносите врагам урон, зависящий от количества имеющихся карт Таро. Есть возможность получить голубые сердца. А кто разум потерял? Шорма. Ну, он так сказал, что за это я потерял разум, за то, что я меня предал тот, кто меня любил, или тот, кого я любил. А тот, кто предал, он потерял свободу. А я на него смотрю и думаю, он не похож на того, кто потерял разум. Смертоносный молот. О, как заманчиво звучит. Когда слово не находит отклика... Остается лишь взять оружие. А, у меня был вампирический молот. Мегабонька. Ну ладно, походим с этим. Бля, этого мешков же не было, нет? Или были, когда я уходила, эти мешки? Что с них ничего не выпало? Какая-то звездочка? Что такое? Это что за звездочка? А, это, наверное, готовность реликвии отображается таким образом. Халк крушить, ломать. А что у меня за способность? Заморозка. Ну, я ее поменяю на щупальца.
паучки. Ненавижу пауков, знаете, если бы я оказалась в таком месте, хотя я бы там не оказалась, я бы просто не позволила себе туда зайти. Но меня бы охватил ужас и, я не знаю, оцепенение, наверное, какое-нибудь. О, это какая-то реликвия, которая позволяет там что-то там. Стать неуязвимым на 10 секунд? Нет. Мне приятнее наносить урон, исходя из количества карт. Не подходит. Пока лор. Какое неприятное. Да что ж вы все плюетесь-то, господи. Взял мне, плюнул напоследок, зараза такая. Что-то как-то это изи мегабоньк был. Можно зарашить босса с этой штукой? Можно. Ну, с уроном по картам тоже неплохо вышло, мне понравилось. Свекла, большой подарок. Свекла или большой подарок? Выбирайте пока. Печулька, я еще не все. Свекла, свекла. Ну что такой мой сладкий? Ты видишь, я занята. Пёсий таймер свой включай. Пёсий таймер, 9 еще нет. Нет, мы еще 9. Все, давайте. Наиграться напоследок захотелось. 104 косточки у нас и свеклушка будет. Я вижу недовольство. Угу. Ну, пойдемте на этот... На проповедь тогда. Не хватало вам моих слов, да? Моего тепла. Ну, а кто, как не я, будет бороться со злом и пытаться освободить еще большее зло? По-моему, еще рановато делать. Не хочу пир делать. Вот не хочу и все. И так сойдет. Я сейчас всех воодушевлю. Коломана, коломана, коломана. Почему у них вот значок, что они хотят спать? Они что, в мое отсутствие не спят? Я не понимаю. Сонливость напала. С чего вдруг? От моих проповедей скучных? Нельзя так.
Должно быть весело. Я могу что-нибудь построить-то, господи, хочу строить, нечего строить. Я коплю на памятник мухомора. Но я думаю, до него еще очень далеко. Да, еще столько слитков нужно. Построй дома людям. А, спасибо, сейчас. Так, что у нас тут есть? Лечебница, шатер, молельня. Что-то есть такое, ну, классное? Каменоломня, лесопилка, круг призыва 3, кухня. Место, где последователи могут готовить друг для друга пищу. Это отличная штука, они никогда не будут голодны. А потом я поставлю вот этот еще третий круг демонов. Ну или голодный, ну как хотите там, в общем. Что для этого нужно? Слитки. Превосходно. Модер выбил улучшение жилищных условий. Я сейчас посмотрю. У меня, наверное, я могу же эти поставить. У меня ресурсов куча. Нормальные домики. Всем хороших домов. А мне чем заняться? Ах, перевоспитать надо там кое-кого. Твичу плохо? О, нет. У меня вроде бы хорошо твичу, Ричи. Я еще не все. Иди. А, нет, все, твичу плохо. Да. Поставь, пожалуйста, про ВК-плей там это, в общем. Ой, спасибо. Как... Ты прям читаешь мои мысли и эти пожелания. Так, ну что, просыпаемся. Уже утро, пора работать. Просыпаемся. Мне же нужно, чтобы кто-то золотые слитки намолил. Я не могу. Да, Твич что-то отлетел. Нельзя молиться самому себе, ну, походу. Да, я не могу это делать. Увы, ах. Так, присоединишься и пойдешь сразу освещать. Санитаром можно назначить, серьезно? На-на-на-на, классное имя. Серьезно, у него такое имя было? Я просто не обратила внимания. Да. Привет, привет, Найт Принц. Твичу плохо. Твичу плохо, поэтому, если что, мы на ВК-плей сидим. Твичу прям мега плохо.
А, можно прям сразу перевоспитать? Не отправляя в тюрьму? Нет. Мэдкап опять заболел. Вот вы чувствительный, конечно, к окружающей среде. У тебя все хорошо? А, ну, это прекрасно. Потому что у меня просто показывает, что подлагивает. Да сколько можно? Да я не знаю, ты, по-моему, за все поселение болеешь. Деньги самая грязная вещь. 100%. Это спит, лежит что-то. Пощады. А что за облик тут новенькие светятся у меня? Слоники-бегемоты. А, они не новые, просто они светятся и бесят меня, да? Облик черепашки, что? Облик пчелки? У нас таких еще не было. Ну все. Теперь будут. Я еще не видела ни одну пчелку Кит? О, боже. Все грехи на себя взял. Ничего себе, черепашка среди нас. Так, а мне может кто-то какие-то там слитки отдать, например? На постройку кухни. Я хочу кухню. Сколько мне нужно? Один слиток. Надо вот это к общему этому перенести, а то в разнобой стоят, мне не нравится. Крутая шапка у черепахи. Да черепаха вообще, в принципе, круто выглядит. Я жду, пока слитки сделаются. Куда пошел? Хотел на работу отправить. Выходи! А то все строят, освещать некому. Посмотрите на них. Ну, хоть один слиточек-то. Ну, пожалуйста. Кухня. А, там 20 слитков. Надо на тот памятник. Ну, в жопу. О, да. Ничего себе, у них кухня огромная какая. Ну. Надо ее вот здесь поставить, где фонтан. Фонтан перенести. Все производственные мощи встали, воздвигаем жилище для людей. Да я заметила. Куда идешь? Полюбоваться травой, да? Понимаю. Я чилю, просто хожу. Да-да-да, хотел от работы отлынивать, а тут его заметило божество. Пришлось пойти помогать. Так. Почему я готовлю? А, это список блюд, которые я разрешаю им готовить. Я могу сюда их внести, они потом сами будут их подготавливать, я правильно понимаю? А. Работает. Или они сами будут подходить отсюда брать и кушать? А, вот повар появился.
Мирбиджул. На, мэдкап, золото. Золото мне в подношение кладешь, да? То, которое как бы мое по праву. Я люблю готовить, дайте мне эту работу. А там нельзя было назначить кого-то. Что? Хочешь запретить религию овцы? Ты чё? Одумайся. Сейчас отправлю тебя в тюрьму. Эх, покинет повар этот мир скоро. Тут нельзя закрепить. Монеты принес. Пришел монеты спрашивать с повара такой. Чё, мою должность занял? И занял его должность. А, господи. Это так забавно, Лул. Ой, Мэдкап, вот это да. Такой, чё? Угрожал ему. Откупишься? Нет, он такой, ладно, откуплюсь, только не убивай. Подкупил. Пробивной, я смотрю, этот чел. Да. Не, ну это было забавно, ты только просто проговорил и как раз подошел и сделал тут дела деловые. Так, что, идем, получается, по сюжету. Вот этого возьму в ближнем бою. Я третий уровень не прокачала, да, я поставила кухню вместо этого. Ну что ж. Нормально работается. Работайте, работайте. Кормите, кормите. Так, что там, новичок? Пойдемте. Мне нужны пчелы и киты. Мне нужны новички. Так, меч завоевателя, это который критует, по-моему, да? А паутина-то для чего? Я вот ее собираю, но пока не видела, что из нее делать можно. Ну опять ты. Я уже не тот, каким был раньше. Моим разумом владеет безумие, но я не глуп. Я знаю, что конец близок, а потому хочу тебе открыться. Чувство вины неотступно преследует меня. Я открыл Нариндеру, что мир способен изменяться. Нариндеру. Да, короче, неважно. Я привык к метаморфозам, ибо моя сила в знании, оно по своей природе непостоянно. Ему же это было чуждо. В конце концов, смерть не знает перемен. Я заковал его в цепи, заставил покориться нам четверым. Ты тоже мне покоришься? Кланяйся, ягненок. Лев в шкуре Агнца, алая корона не ошиблась в своем выборе. Хорошо, к войне я тоже привык. Давай, давай. Что ты думаешь, я с остальными воевала, чтобы тебе поклониться? О, щит. Скорпионы. Ой, у меня способность дополнительная, это то, что кто-то на моей стороне воюет. Она такая себе, если честно. Хотя он что-то мясо какое-то наводит. Господи, как громко у меня в наушниках сейчас. Разорались тут. Посмотрите на них. Хочу донор, надо завтра сделать.
Донер это что? Это типа как шаурма, как вот это все? Я вот это, знаете, там донеры, кебабы, вот... шавермы, шаурмы. Я не разбираюсь. Подождите, у этого меча какая-то способность находить сердца при убийстве врагов или что? Почему мне уже вот второй раз после убийства встречаются сердца? Нет. Просто хорошо сбалансированный. Интересно. А как это понять? Вот я могу съесть, но у меня с собой нет еды, да? Вы передвигаетесь быстрее. Вот это, конечно, мега полезно. Надо запомнить, что здесь есть сердечко. О, господи, это что такое? Что-то ползало, ползало эта скалопендра огромная. И так ничего и не добилась. Алло, повысились цены. Карта раньше стоила 30 монет, теперь 40. Вдвое больше при лечении, можете найти рыбу. Давайте про лечение. У нас еды хватает в поселении, поэтому. Вы находите реликвии с большей вероятностью. Давайте попробуем. Инфляция. А, больших нельзя поработить. Я думала, знаете, на долю секунды его одурманю, он не будет меня бить, и я его затыкаю ножом своим. Не получилось. Это пауки приносят, и это мешков не было. Вот когда переходишь с локи в локу, вот мешки появляются. Но с них ничего не падает. Это обидно. Квест с цветочком просран, да? Да и плевать. А как понять, когда она выпустит свои шипы? Судя по всему, никак. О, да. Палец молнии. Какая прелесть. Она белеть начинает? А-а-а. Дворец чудес и услад, не проходите мимо. Здесь золото все то, что блестит. Пещера Мидаса открыта всегда и для всех. Зайдем. Посмотрим. Какой-то священный поход дали достижение. А я могу прямо сейчас зайти? Нет? Ладно. Какой-то зайчик стоит из воска. Здесь можно что? Монеты получить? А потом получить сердечки? Да? Давайте пойдем по пути монеты, сердечек. А мы пошли прям по пути монеты сердечек в буквальном смысле. Обалдеть. Целое сердце выпало. Но я думала, не здесь оно появится, а дальше, где из сундуков ты получаешь вот здесь, по-моему, не награду, а сердца или что? Потерянные красные сердца меняются на больные. Потерянные. Так, чат опять что-то там решает. Можно не прятаться вот здесь вот. На поле боя появились бомбы по воле чата. Я думала, это у кого-то из противников. Думаю, капец.
Хочу другое проклятие, мне вот это не нравится. Шаурмама. Чтобы его победить, нужно, да, глаза вот эти вот разбить. И опять плюющийся враг-то, за шо? Как будто нам до этого не хватало плюющихся врагов. Они такие, давайте еще придумаем. Давайте сделаем плюющегося врага, которого нельзя убить, пока не убьешь маленькие глаза, которые летают рядом с ним. Кайф. Так, щупальце и критический урон. Давайте щупальце. Это же, ну что такое? Печать епископов, вы ненадолго останавливаете время? Не знаю, типа... И молнии нравятся, да? Которыми я забываю пользоваться, если вы заметите, успели, да? Давайте ради разнообразия я их попробую, конечно же, чтобы посмотреть, что это такое. Оно одноразовое, что ли? Нет, ну не одноразовое. А что вот это у него значок такой? Монеты или фрукты? Что это? А, бомба. Наивная я. Монеты, фрукты? Угу. Оригинальный противник? Ты про кого? Пылающий выстрел. Вы выпускаете огненный снаряд, проходящий сквозь врагов. Зажав кнопку клавишу и отпустив ее на отметке, вы сделаете его взрывным. Ой, да думать надо. И молот, который медленно бьет. Давайте вот это попробуем. Там какие-то челики с глазиками были. О, мудрый шаурма, прими это подношение и даруй нам ответы на вопросы наши. Ой, какой же хрань я взяла вот это вот, вот это вот. Надеюсь, мне дадут его изменить, но оно бесполезное. Ушел, вернись, трус. Я забываю про реликвию. Молоточек получше был бы. Ну, может быть, но... Мне хочется иногда быстро повоевать, не хочется вот это вот зарядить, стукнуть, зарядить, стукнуть. Смотрите, какой прекрасный
Жук-олень какой-то. Так и быть, его я не буду превращать в пчелку. Последователь ожидает обучения. А что с картой? Куда пропала карта? А. Да что такое? 15 минут. Пёсий таймер неправильно работает. Иди, иди. Так, все, плевунцов нет. Жить стало проще. Кто пчелок уважает, того они не жалят. Да. О, сердечко, спасибо. Вот зараза, взял, упал на меня. Да как же так-то? Можно купить карту? О, спасибо. Давай какую-нибудь классную только. Сердечко, вы проливаете черный и хор при кувырке. Хорошо. Наносите урон проклятиями, давайте. Так. Смертельный взмах. И либо меч. На его острие желчь древнего, давно забытого существа. Оно, получается, отравленное, да? Причину потерпи. У тебя же без урона проклятие, в смысле? Как это? Ну, вон же есть урон, нет? Ага, я дурак. Ну, бывает? Не доглядел, перепутал с проклятием с реликвией. Так, теперь сюда. Она, кстати, тоже об локацию ударяется. Вот здесь были сейчас желтые штуки вокруг. И она об них задамажилась. Випар. Угу. Что за жесть происходит? Надо бить вот эту, главную. То, что она призывает всякую срань, это вообще я с ними даже не хочу иметь ничего общего. Это было легко. Потому что они думали, я буду сражаться что? С вот этой мишурой, которая выпадает из ниоткуда. Это было даже быстрее, чем когда у меня была тра-та-та-та-та стратегия. За что так больно его стукаете? Я не специально. Да, Кися моя, ну посидите спокойно. Ну подожди еще чуть-чуть. Ну подожди еще чуть-чуть. Да. Давай на ручки тебя возьму. Стоп. Опа. Давай.
Господи. Садись. Все. Будешь со мной сидеть. Так, ну, естественно, свеклу, конечно. Шабака, да. Шабака выбросила. Выбросила на руки сесть. Чего он маленький такой? Опа. Так ты и есть та сущность, из-за которой ткань бытия волнуется и рвется? Уже много столетий в этот мир не приходили новые идолы. Продолжай свой труд, и, возможно, наши пути пересекутся снова. Если же нет, поблагодари судьбу за эту встречу. Кто тут такой? Кто тут такой маленький? Так, чат там что-то решает. Ой, разуверился во мне чат и все. Все последователи уснули по воле чата. Я им сейчас устрою тут. Ты смотри. Божество на секундочку вышло из поселения. На секундочку. Так они сразу бунт. Все понятно. Вот так вот. Садись вот так. Не то, не то. Травяные салаты, да? Все под контролем. Я пока переключаюсь на Twitch, там уже проклинают. Уснули во время сна. Во проклятие. Так, ну что, я вас буду исповедовать бесконечно. Не надо. Нет еды. Из-за этого будете драться? Не надо драться за еду. Сейчас все будет. Сейчас будет пир на весь мир. Хотя еды у вас же полно, по-моему, нет? Вам только не хватает веры в меня немножко. Сейчас я с вами пообщаюсь, и она появится. Какой-то сильные удары, да? Последняя атака. Тайны кинжалов, тайны топоров. Ну, это надо все прокачать в обязательном порядке. Правда, это будет душно. Скорее всего, я игру уже пройду раньше, чем смогу это все прокачать. Я имею в виду сюжет. Да-да-да, мы поняли, пока они все не ушли, давай потанцуем с ними, Коломане, быстрее. Да уж, как вы успели разойтись-то так быстро? Черепаха бунт устроила, слышь. Оно вообще работает, у тебя даже кнопки этой нет. Какой кнопки? Что, неудобно тебе тут сидеть? А вот нечего было проситься. Все теперь? Сильного удара. Не знаю, может быть, это не сильный удар, именно последний удар из комбо, где три разных удара, и за последний имеется в виду. Вроде бы не было сказано про сильный. Но сильный удар, помнишь, он появлялся на прошлом стриме один раз, по-моему, и больше его не было. Кто-то там тяжело заболевает. Почулка.
Посиди. Мэткап, ты на кухне или нет? На кухне. Он появился на первом уровне данжа и потом пропал. Ну, жука носорога я трогать не буду. А где мне еще быть? Шаламба. Ну иди, иди на пол. Все, иди. Нудилка. Сидит, нудит. Я хочу на ручки, потом не хочу на ручки. Так, кто-то у нас тут болен. Надо где-то кучу найти последователей и прочитать вот это вот коломане-коломане. Но что-то все заняты делами, поэтому не получится. Надо какую-то постройку сварганить, тогда пол поселения пойдет. А Мэткап там подати собирает. Так, так, так. Вот, вот эту штуку второго уровня можно либо... Либо что? Либо все. Ну-ка, все строить быстро. Готовит, деньги имеет, идеальный мужчина. Еще немножко веры накинули. Так, ягодный джем. Вот это, вот это, вот это. Травяных салатиков. Вроде бы все. Так, ну что, я думаю, на сегодня будем заканчивать. Уже времечко. Всем спасибо за просмотр. Спасибо, что сегодня пришли. Всем спокойных ночей. Приятных аппетитов, хороших вечеров. Всего хорошего. И увидимся с вами, получается, завтра. Пичулька. Всем смайликов понаставлю во всех чатах. Вот. Всем пока-пока.